Рязанского управления Федеральной службы исполнения наказаний появилось свое знамя. Строевым маршем сотрудники регионального управления прошли по Соборной площади. Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов вручил стяг начальнику Рязанского управления службы исполнения наказаний Сергею Ушакову, а затем грамоту президента Российской Федерации к знамени, которая была продемонстрирована парадным расчетом. Знамя это очень важно. Кстати, очень символично. Сегодня в волонтерской системе вручается знамя под номером 62. Вот сегодня 62-е вручение знамени. Это символично происходит в Рязани. Я вас всех поздравляю с вашим праздником. Желаю вам прежде всего здоровья, чтобы у вас все было хорошо на службе, чтобы вы никогда не пожалели о том, чтобы служить уголовно-исполнительной системе Рязанской области. Спасибо. Руководитель регионального УФСИН Сергей Ушаков отметил, что коллектив сотрудников управления и подразделений будет предан знамени, как верен службе, долгу и присяге. Перед руководством Федеральной службы исполнения наказания с уверенностью готов сказать, что коллектив уголовно-исполнительной системы Рязанской области будет предан знамени, как предан службе, долгу и верность, верен присяге. Мы с честью проносим по жизни высокое звание сотрудника уголовно-исполнительной системы, будем самоотверженно служить России. А завершилась торжественная церемония маршем из парадных расчетов сотрудников УИС региона.